Проводим пятый юбилейный турнир «Карс» с профессиональными бойцами. Надеемся, что бойцы покажут яркие бои. Пожелаем им удачи, хороших боев. Сегодня мы проводим пятый юбилейный турнир профессиональный по смешанным единоборствам. Выставили такой интересный файт-карт, где есть дебютанты, которые, мы думаем, что покажут очень красивые, интересные бои. Будет 11 боев, один бой будет любительский, первый бой между подростками для разогрева по правилам аматора. Остальные 10 боев будут профессиональными. Сегодня у нас специальный гость Игорь Вовчанчин. У международной спортивной организации «Карс» есть международная, в своем роде, единственная почетная награда в мире, которая выдается именно деятелям смешанных единоборств. Сегодня мы с гордостью решили вручить это легендарному бойцу Игорю Вовчанчину почетную награду «Юлий Цезарь». Благодарен за приглашение. Я рад, что спорт развивается, что есть турнира, есть спонсоры, которые поддерживают развитие этого спорта. Есть желающие заниматься этим спортом. Сегодня были такие замечательные поединки. За весь турнир ни один бой не закончился по очкам. То есть это уже, как говорится, в каком-то уровне. Я всегда с удовольствием поддерживаю проведение турниров. Всегда рад присутствовать на этих мероприятиях.